Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 104 упражнение. Прочитаем задание. Спиши предложение, расставь, где это нужно, запятые. Найди и укажи в первом предложении имена существительные и местоимения. Как ты их различаешь? Давайте выполним. Мы были в лесу на охоте втроем. Сынишка, я и Джим. Джим – это собачка наша. На охоте мы были сухой осенью, уже лист деревьев падал, а дожди большие еще не начались. Это время охотиться всего труднее. Высохший лист гремит под ногами, дичь тебя далеко слышит и видит сквозь передевший кустарник. Давайте в первом предложении укажем местоимение существительное. Мы местоимение, лес существительное, охота существительное, сынишка существительное, я местоимение, Джим существительное. Итак, как мы отличаем местоимение и существительное? Вместо местоимения можно поставить любое слово, а вместо существительного можно поставить местоимение. Обратимся ко второй части задания. Найди и выпиши однокоренные слова, выдели корень, продолжи ряд однокоренных слов. Укажи, какие это части речи, какой вывод ты можешь сделать. На охоте существительное «охотиться» – глагол, корень «охот». Продолжим «охотничий» – «охотник». Вывод. От существительных могут образовываться другие части речи. Вернемся к заданию. Выполни разбор имен существительных, обозначенной цифрой 3. Укажи вопрос, начальную форму, постоянные и непостоянные признаки и каким членом предложения является имя существительное, главным или второстепенным. Давайте выполним. На охоте. На чем? Начальная форма охота, существительное, неодушевленное, женский род, единственное число, второстепенный член предложения. С деревьев. С чего? Начальная форма дерева, существительное, неодушевленное, средний род, множественное число, второстепенный член предложения. Лист. Что? Начальная форма лист, существительное, неодушевленное, мужской род, единственное число, главный член предложения. Дичь. Кто? Начальная форма дичь, существительное, одушевленное, женский род, единственное число, главный член предложения. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.